Привет, с вами Лекслен Бумага, и сегодня мы будем играть в Plants против зомби, ну, прохождение. Короче, это не несколько частей, потому что я уже эту игру проходил, я знаю все, как там по тактикам. Ну, короче, ребята, я не знаю, что вам еще сказать. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на Дани Про ТВ, на Макс XXL. И посмотрите дальше просто ролик наш. Все. Мы просто для вас стараемся, а вы. А вы что делаете? А? Объясните. Не ставите лайки. Не подписывайтесь. Вот. Что делать? Да, не пора навернуться. Короче, я знаю, несколько здесь есть пасхалочек. Я вам скорее покажу, но не в игре. А там подземелье, короче. Там, где достижения вроде бы. Я просто так себе уже помню. Ну да, я неправильно навела свой ник. Вообще супер. Ставим этого хорохострела. Да. Да, вы понимаете, запускайте зомби. Да запускайте уже. Ура. Ребят, вот объясните. Вам какая большая часть нравится? Вторая или первая часть? Мне, если честно, вторая. Нет. Мне одинаковые, они нормально. Потому что это здесь ее легко пройти. Вторую трудно пройти. В принципе. А, и там больше доната нужно. А здесь его немного. Или его вообще нету, я не помню, короче. Но здесь иногда бывает. Просто в первой части там подсолнух по 50, а здесь по 25. Подсолнух сказал, подсолнух появился. Шикардос. Вот, я знаю, здесь баг на вишне. Я знаю баг на вишне. Ребят, я знаю баг на вишне. Знаете какой? Смотрите. Нам говорят поставить солнышко, я так буду называть. А мы не ставим, и здесь прилетают эти. Типа мы тупые и не знаем, как поставить. Вообще супер, да? Не знаю, кого я спрашиваю это. Ну, мы сейчас здесь насобираем солнышки. 150 уже. Ну, пожалуй, наберем 200. Давай последнюю. Как говорится, семки есть, а снайд. Все ставим. Игра начинается. Видите? Я же говорил. Да зачем нам еще? Не хочу еще. Где? Снизу, да? Сейчас нет, сверху. Я вообще не понимаю, для чего солнышки, и так из верха здесь солнышки полетают. Просто зачем они? Только ты тратишь и все на них. Ой. Они все равно по 20, а 5 приносят. Куда я поставила? Меня бомбит. Почему лопата не открыта здесь сейчас? Не буду ваше солнышко ставить. Офигеть, я тупой. Так, еще нигде нету. Так что, оп, поставим. Сейчас солнышко рыгнет, солнышко другое. Я как стихарь какой-то. Заставляет учить детей. Всякая там биология, Руси, русскому, геометрия. С
Так, все, можно ничего не ставить. Я пошел заваривать чай. Не, ну реально. Все, они сами справятся. Там все равно зомби с конусом вроде бы. Нет, там все обычные. Вроде бы. Я смотрела, там были все обычные. Я тупо пою, я знаю. Все, солнышко на довольно то, что поставил третье солнышко. Вишня взрывучая ты, какашка. Не, ну я не знаю, но это реально взрывучая какашка, как какая-то. Если вы хотите продолжение, то поставим над этим роликом 5 лайков. Вы никогда не наберете. Ладно, я здесь сейчас... Ну как вниз спуститься? Как вниз? Дайте мне вниз спуститься. Дайте. Ладно. Тупая истеричка. Так. О, первая мини-игра. А нет, не первая. Вот здесь первая мини-игра. А потом перехождение уже. Ладно. Мы здесь сейчас будем. Зомбари, да. Уже ролик идет 6 минут. Офигеть. Чё так? Я только 3 левела прошел. А уже идет ролик 6 минут. Офигеть. Ладно. Давайте, готов я. Куда пойдет первый? Вниз. Я не знаю, что солнышко. Ну просто энергия, как говорится. Энергия. А, крыши. Да быстрее рожай, солнышко. Оно рожет. Даже быстрее тебе это рожает. Ну не рожает, почему? Давай рожай уже, какашка. Ура, родила. Хоть один. На. Все. Да куда я по... Ну и бомбит, если по-честному говорить. У меня уже бомбит, где лопата? Она не... Ладно, не буду говорить это слово. Ладно. Получается шедевр. Начали вы. О, шедевр 2021 года. Я реально хочу шедевр сотворить. Здорово, челик с колпачком на голове. Салам алейкум. Рубль будет. Если найду. Все. Чудо сотворено. Все, копим на бомбу, как говорится. Ну, это же она взрывающая, значит, бомба. Опа, подавай последнюю. Давай быстрее рожай кто-нибудь. Ура. Родили. Давайте, готовы. Раз, два. А, я не понял. И раз, и два, и три. И... А, пши, не корона брал. Не корона брал. Точно не корона брал. Да, не... Взрыв произошел удачно. Но. Сейчас мы пройдем первую мини. А, ладно. Не пройдем. Я скорее на этом моменте буду заканчивать, ребят. Почему? Ну ладно, сейчас пройдем и не знаю, что будет дальше.
Чому з вами за інтенс? Когда эти зомбаки пойдут уже? Ну давай! Ура, я не промазал. Первый раз. Как я прогадала, офигеть. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что я делала. Если честно. Я не могу взять это солнышко, потому что покачено. Так, ставим, где нету растений. И сейчас с той стороны пойдет, да, зомби, который я поставил картошку. Я угадал? Не, да, угадал. Как говорится. Так. Супчик. Чик. Давайте быстрее рожайте. Хватит супчиками быть. Так что быстрее рожайте. Ну быстрее! Ну давай, ура, ты родил. Ты что пожираешь мою картошку? Я ее выращивал. Бля, ты крыса, я тебя сейчас убью. Че ты мою картошку жрешь? Ну это так выглядит со стороны. Если по чесноку. Почему именно там? Ну почему? Почему с колпачком? Я так буду его называть. Идет там, где один челик, понимаю. Все остальные, где мало челиков. Главное, я так буду их называть. Короче. Все, у меня есть защита. Все, можно расслабиться. А, не, солнышко надо собирать. Я знаю, что со мной происходит. Я наркоман какой-то. Ребят, напишите в комментариях какую-нибудь рубрику, которую мне снять, я обязательно запишу. Не, ну правда, я не знаю, что снимать для вас, что вам будет интересно. Так что напишите в комментариях, что для вас будет интересно. Давайте, идите, запишите в комменты. Если они, как обычно, будут закрыты, то пишите под другим видео. Логично. Так, с бомбы мы не купили. Ну, да ладно. Ребята, всем... Сами победили. Тебе жопа, вообще. Тройной, как тебе вот это? Как тебе такое? Как тебе вот это? Говно? Как тебе вот это? Годно. Как тебе вот это, как тебе... А почему он картошку не жрет? Ладно, ребят, всем удачи, всем пока и хорошего лета.